إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله درجه مسلماني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا تختد السم Салам всем вам, ва алейкум ассалам, рахмату рахматуллахи баракату, и амин за ваши дуа. Братья мусульмане, человек каждую секунду, каждую минуту нуждается и чувствует, что он нуждается в помощи от Аллаха Субханаху Ва Та'аля. И Аллах Субханаху Ва Та'аля нас учил, чтобы каждый упование, чтобы у нас было, الله سبحانه وتعالى الله قرآن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين نا الله أبوائتس يسلي ويولايتس الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى нас, الله سبحانه وتعالى الله صلى الله عليه وسلم старался, что شتو это понимание и наши души постоянно мы возвращались, чтобы мы постоянно возвращались к Аллаху Субхану Тааля. Смотрите, Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалам научил нас и побудил нас, чтобы мы постоянно повторяли слова «Ла хауля ва кувата илля биллах». Многие очень коротко его приводят, говорят нет силы, и мощи, нет силы и мощи, кроме Аллаха Субхану Тааля. Нет силы и мощи, кроме с помощью Аллаха Субхану Taala. Так коротко приводит. Но это не, такая, это не так коротко понимается эти слова. Когда мы говорим «Ла Хауля», слово «Хауль» в арабском языке понимается «движение». Или же от слова «хиял» это «хитрость» нет силы, чтобы двигаться, оставляя грехи, переходить к хорошему, к доброму, кроме от Аллаха Субханаху И также нет силы, чтобы требовать доброе, хорошее, кроме с помощью Аллаха Субханаху Ата'аля. Коротко, нет хитрости или же нет силы, оставит греховные и, верну, и, двигаться к хорошему, к доброму, или же нет силы потребовать хорошее, благое, кроме с помощью Аллаха Субхану Это короткие это слова, но нас, если мы знаем этого понимания этих слов, Аллах учит нас, и пропосланник учит нас, что мы повторяли постоянно эти слова, чтобы только уповались на Аллаха Субханаватара, не уповались за наши силы, не уповались, что мы сами можем, нет, всегда мы должны уповаться на Аллаха, нет мощи, нет силы или же прибегания к хитрости, чтобы оставить грехов, нет, кроме с помощью Аллаха Субханаватара.

чтобы я служил для пророка, чтобы я делал для него, я помогал, чтобы пророку. Один день говорит, рядом со мной проходил пророк, саллиллах алейкум. Насад говорит, рядом со мной проходил пророк, -л 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 Я говорит, сел, уже молился, говорит, он своей ногой мне ударил, чтобы я слушался или же отвернулся к нему, чтобы я повернулся к нему. Потом сказал, Аля аля бин мин джанна. Не показать ли тебе, не направить ли тебе, говорит пророк, сал своему слугу, за то, что он с ним постоянно помогает пророку, сал служит пророку, из сал и за это пророк тоже хотел ему какой-то подарок сделать. Не указать ли тебе, говорит, дверь из дверей рая, который ты можешь оттуда зайти. Ультубала, да, конечно, укажи мне,

Истисламун. Я то есть исламин, вотаффив, полностью заваться и уповаться на Аллаха Субхану Атааля. И раб не может из своих дел ничего не держит, не сможет делать. Валай, славу нет для него хитрости, не может никаких хитростей делать. Фидах, нет его никаких хитростей, ничто не может от себя оттолкнуть плохое. Лахаула, нет его силы.

И постоянно повторят слова «Ла хаула вала кувата илля биллах». Почему? Потому что наш девиз, наш девиз, как Аллах в Коране сказал, "Ваин ин тутиу тахтаду». Если вы будете повиноваться, тахтаду направляйтесь на прямой путь. Если мы сейчас будем слушаться Аллаха, Его посланника, и будем повторять слова «Ла хаула вала илля биллах», понимая, что означают эти слова, иншаллах, у нас упование на Аллаха Субханаху Ва и это является дверь из дверей рая. Аллаху А'лям. Сейчас перейдем мы на вопрос, который я получил вчера в эфире, под, постом пятницу. Часто спрашивают, как вопросы задавать. Вопрос задавать можно. Мы каждую пятницу ставим пост для вопросов, что под ним писал человек свой вопрос. Но за то, что вопросов много, их многие хотят вопрос задавать, и мы не можем, сколько бы ни писали там вопросы, ответить за один эфир. Из этого мы, когда доходит примерно 50 вопросов, мы закрываем пост. Эти 50 вопросов мы получаем в течение нескольких секунд. Потому что люди ждут, копируют свой вопрос и ждут, пока мы пост откроем. Ровно три часа открываем пост. Как только пост увидят, ставят свой вопрос, и также место из этого быстро закрывается пост. Ну, алхамду чтобы для людей что облегчит, мы решили оставить открытым комментарий под эфиром в YouTube. Кто сейчас, когда эфир идет, если кто-то вопрос свой напишет, иншаллах, наши братья скопируют этот вопрос, отправят ко мне иншаллах, отвечу я на этот вопрос. Можно ли девушке правильного течения выйти замуж за заблудшего и как правильно ставить? Сами смотрите, как можно свою любимую дочку, которая сам вырастил, обучил ее прямым убеждением, отдать его заблудшему человеку. Потому что это заблудший человек. Он как бы не был мужчина, всегда сильный. И он своих, будет тянуть свою жену к своим убеждениям. И часто старается, женщины тоже ближе к мужьям быть, и они идут со своим мужьям, в своих убеждениях. И немало примеров, когда девушка выходит замуж за бедачиков она тоже становится из ахлюль беда. А. Из этого является крайне, крайне нежелательным свою дочку выдать за заблудшего нововеденца. Как лучше, наверное, быть бедным, но праведным убеждением человек, за него лучше выйти замуж, чем богатый или же авторитетный, но он являющим заблудшим. Из-за этого некоторые наши салафы говорили, отдавать свою дочь за бедачика за нововеденцев как будто ты свою дочку убил. Из за этого не выходит замуж за заблудших. Как мне дать закат с заработной платы? В прошлом году, в сентябре, мои деньги достигли до суммы, которую я должен дать закат. Потом каждый месяц деньги все и больше и больше накопились. Несколько месяцев назад цена на золото выросла. Из за этого мои деньги не достигли до Нисаба. Потом обратно упала цена, как считать, как быть за Калаухайрами. Братья-мусульмане, мы всегда должны свои деяния, определение месяцев считать по лунному календарю, по мусульманскому календарю. У мусульман не было никогда другой календарь. За то, что мы сейчас постоянно стење проигравшија мусулмани и пад акупација када наоѓање, ети кефли се наши наша живот наша Даже календар мусулманските календар, большинство што не знајат кој год да даде сега, не говорим како месец, Большинство што мусулмани кои се на не знајат даден момент како год. Сега завршил се почти месец, први месец. Лунного, лунного календаря является 1444 год. Это с того момента, как пророк, саллиллаху алейхи вассалам, переселился с Мекки на Медину, как он хиджру сделал. Из этого называют хиджри, им хиджри, календарь хиджри. Потому что с этого момента начали мусульмане считать свой календар. Э, календарь. Первый месяц закончился. И мусульмане, когда свой закат считают, должны считать, например, с лунного календаря. Например, с рамазан месяца на рамазан месяц. Или же, например, сейчас начался календарь, например, скажем, с сафара до следующего сафара месяца. Так мы должны считать свой закат по лунному календарю. Потому что лунный календарь меньше, чем солнечный. Каждый год на 10 дней примерно. А, если у тебя начало, уже несаб было, и в конце года есть этот несаб, давай закат. Например, ты говоришь, сентябрь начался. Скажем, сентябрь был примерно в прошлом году рабиал ауал, наверное. Ну, скажем, примерно так было. В этом году рабиал ауал, у тебя несаб есть в конце года отдавай закат. В начале года и в конце года, если уже у тебя есть, достигла уровень заката, отдай закат. Аллаху Три года назад вышла замуж, приняла ислам, благодаря мужу. Как начала учить намаз, начала жуткие вещи. Начали твориться испуги, очень сильно начала ревновать к мужу, особенно когда он выходит из дома. И до сих пор так же. Стараюсь не делать, знаю, что это грех, но как он выходит, как будто меня подменили. Раньше пропускала намазы. Иногда какие-то мысли плохие. Стараюсь не думать, все-таки преследует злость, злость психа какая-то. Не хочу, чтобы эти поступки были во мне. Ни с кем не общаюсь, сижу дома. Мне очень больно на душе за поступки, прихожу в себе, очень жалею. Будет ли мне грех, что мне делать, скажите. Муж устал, говорит, как так будет продолжаться, сбегу. Говорит, говорит из-за таких поступков твоих нету барака. Что мне делать? Иногда чувствую себя одинокой и запутанной. Много вопросов. Смотри, сестра. Да, ислам приняла, может быть, за то, что Ислам принял, конечно, не хочет. Это джинни, чтобы ты мусульманкой была, чтобы ты в рай попала, чтобы еще один человек спасся от огня ада. Сам джинни завидуют таких людей. Из этого искренне покаяние делай за то, что мучаешь мужа. Нельзя так. Чрезмерная ревность – это уже болезнь. Это нет успокойствия для жены. Это Балах ⁇ это беда для мужа. Из этого старайтесь уменьшить этого. Для этого лечения самое лучшее это что? Делать дуа. Делать дуа, просить у Аллаха субханаху ватаала, чтобы облегчил тебе эту ревность. Второе для этого лечения ⁇ частое поминание Аллаха субханаху тааля. Побольше поминай Аллаха. سبحانه وتعالى ثلاثة تشتاية ببوجه سورة الفلق في سورة الناس قل أعوذ برب الفلق وَأَعُوذُ أعوذ برب الناس شتاي بحجاشة إن شاء الله يسلي أتوات الشيطانة إن شاء الله أتبع تهيدوت أني إن شتورت شتاية بروريائي ты быстро сжигаешь свои хорошие деяния, намаз, остальные то, что ты хорошее делаешь, если ты обижаешь мужа, ослушаешься мужа, мучаешь мужа, это все эти твои поступки сжигает твои хорошие деяния. Эта поступка сжигает твои хорошие деяния. Стоит ли этого и чрезмерность, чрезмерная ревность, без причины ревновать мужа, это все сделал Шайтана, чтобы вы расстались. Из этого остановись, покайся. И если до сих пор мучал мужа, извинись перед ним, э, ним и начни свою жизнь с новым покаянием. Иншаллах простит прошлое и облегчит тебя. Слышал у вас, что Аскари нужно делать после Фарз Намазов. Это мнение большинства ученых. И на это указывает Хадиса Пророка Саллаху Именно Таспея, который делается, все это делается после Фарз Намазов, а не после сунна Намазов. Нету после Суна Намазов Аскари, именно определенная Аскари. Нету после сунна намаза, А поменять Аллах всегда можно 24 часа. И Пророк Саллаху сказал, пусть не перестанет твой язык быть влажным, э, влажным от Аллаха Субханаху Ва Я всегда просил Аллаха отдалить меня от структур. И а их от меня. И просил, чтобы дал мне время уехать, если они захотят причинить мне зло. Из-за одной истории моя личная вещь попала к ним в руки. И я, опасаясь, что они захотят что-то повесить, сделал из Техару, уехал из страны. С трудом, не, но упустили. Сейчас нанял адвоката, и он узнал все и говорит, что, без за... что в базах меня нет, и что я могу приехать, поставить подпись, послушать их профилактической работы и уехать свободно. Но ведь я столько делал, уехал, сделал стихару, которым просил, если есть благо, чтобы я уехал и не возвращался в эту страну, то предопределили, предопределили меня. Ответ из Техари, это навсегда или может поменяться из-за обстоятельств, как в этот раз с адвокатом. Не знаю, как поступить, как знающий человек. Дайте совет, пожалуйста. Прошу Аллах дать знамение и ответ, но не получаю или не получаю ли, или не понимаю даже если ответ был. Брат мой, Алхамду каждый делах ты делаешь истихару. Ну, если истихару делал, ушел. И Алхамду ты не попал к этим таутам. И дальше ситуация, если тебе говорят, реши, вопрос решен, нет, у тебя проблем, поехать. Если ты сам знаешь свою ситуацию, что у них было в твоих руках? Была ли это очень опасная вещь, которая тебе навредит, чтобы ты попал в тюрьму? Чем к ним руки попасть. Даже если даже малейшие сомнения есть, лучше оставайся также за границей. Потому что нет обязанности мусульманин жить в том месте, где он родился. Мусульманин должен жить в том месте, где он может поклоняться Аллаху Субхану Та'аля свободно и в том месте, где может он жить свободно. Есть одна девушка феминистка, она приняла ислам, но от принципов феминизма она не отошла. Также называет шейха Васаймину Вахабитом. Скажите, является ли она мусульманкой? Что именно принципы феминизма она не поменяла? Есть принципы феминизма, которые куфры доходят, а другое, что ты имеешь в виду от этого? Если за то, что Росаймина или же других ученых вахабитом называют, человек кафиром не становится. У моих родителей «До меня была дочка, но она умерла в возрасте одного или двух лет. Точно не знаю. Родители мои являются традиционными. Э, традиционный ислам. Намаз не делают, пост не держат. Говорят, верим Аллаху и все. Хотя Коран тоже не принимают, как должно. Могу ли за, за свою сестру, которая умерла, маленький делать дуа, чтобы она в раю была? Какое ее положение? Если родители примут ислам, этот ребенок сможет повести с собой их в рай? Иншаллах есть надежда, если они там примут, чтобы они в рай зайдут. А дети каферов будут испытаны в судный день. Есть это одно из мнений. Другое мнение, они войдут в рай тоже без допросов, без испытаний. Правда ли, что джину можно себя подчинять условиям этого является сходить ночью в какое-то место, где нет шума, начертить возле себя круг и читать определенную сторону? Нет, это это вранье, даже если так какие-то заклинания читают и это делают, это является сихар, это является харам. Читая Коран, не будут я подчиняться жене. Где Коран есть, для жены места нету. Жене будет подчиняться, когда ты будешь делать куфру, когда ты будешь делать э, запретные, харамные, Аллаху Алан. Если у мужчин длинные волосы, то должна ли вода в малом омывании доходить до кожи головы или достаточно просто протереть? Достаточно просто сверху протереть и все. Голову мыть же не надо в малом омывании. Волосы протирать является сумной. Этот волосы протирать является обязательным, а не мыть. Просто мокрой водой пройдешь сверху волос. Аллаху алям. Я купил в одном магазине инструменты для работы, но там на одной вещи для продажи было предположительное изображение Иблиса. Скажите, пожалуйста, можно ли пользоваться инструментами, ранее купленными в этом магазине, и можно ли продолжать покупать там и вставлять фотографии моих работ в интернет-магазине, сделанных с помощью инструментов из этого магазина? Извините, пожалуйста, за нетактичность. Не, не Если вас не затруднит, ответьте, пожалуйста, на все эти вопросы. Можно покупать, можно выставляют фотографии твоих работ, если эта работа не является харамом. Аллаху алям. Расскажите, пожалуйста, пожалуйста, о достоинстве фара. Правда ли, что если читать, то Аллах дарует избавление от бед, выход из трудностей, богатства, имущества и другие блага за Братья, в первую очередь, истигфар, зикр, намаз — это поклонение. Мы не должны ابرد اجداد ات الله سبحانه وتعالى نو يسلي مبودم فتشنات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى دام دستنا بارك ناشي جزني كاس كذا نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ياس كذا لقى بسويم نارودو Просите прощения вашего Господа. Аллах является прощающим. Юрсилис сама алейкум мидрара и отправит вам из небеса дождь. Обильный дождь отправит вам. Уярзуккум би амвалин вабанин и вам даст Аллах Субхану Таала сыновья и имущество. Это слова Аллаха Субхану Таала побольше будет поменять Аллаха, Субхану будет барака, и будет имущество, и будет барака твоей жизни, в Аллаху Алям. У чеченцев и ингушей очень давно до принятия ислама был выдуманный Бог, который называется Дела. Дела. Если верить источникам из интернета, то есть надо точно узнать, было, было ли такое или нет. А сейчас эти два народа когда говорят дело, имеет в виду Всевышний вопрос. Можно ли так говорить? То есть, когда они говорят дело, имея в виду Аллаха. Кафиры Курайшиты свои идолы называли Аллахом. Они не Аллахом, они называли Алиха, богами называли. Если в вашем языке, чеченском или ингушском языке дело называется, это Бог, хоть даже так говорили идолам, нет запрета использовать эти слова для Аллаха. Субханаху ва Братья, вопрос под одним вопросом, только я отвечаю один вопрос. Многие пишут 3, 4, 5, 10 вопросов. И если этот вопрос отвечает, я не успею всем э, отвечать этот. Под каждым этим одним вопросом я отвечаю. Могу ли я взять фамилии мужа, если у меня фамилии не родного отца, а первого мужа моей матери, покойный отец старших сестер, покойный отец? старших сестер. Ну, тогда бери, поменяй имя от своего отчима, поменяй имя на отца, имя, фамилию. зачем меняешь на мужа фамилии, если хочешь менять. Не имеешь права на мужа фамилии меняй на своей фамилии родного отца. Можно ставить лайки на видео, комментировать или же делать репост, репосты на видео, где говорится о религии, но на заднем фоне бывает носить с музыкой. Нашить с музыкой слушать нельзя. Его распространять тоже нельзя. Какие бы хорошие слова не были. Даже, скажем, некоторые слушают Муцараева или другого. Хотя там, например, даже будут хорошие слова, но если они сопровождают музыкой, является харам слушать. Это мнение четырех имамов, что музыка слушать является харамом. Нашид с музыкой тоже является одной и той же хокму, разницы нету в Аллаху а Алям. Несет ли человек ответственность за приведенных в сферу заработка с признаками финансовой пирамиды людей, если он предупреждал их, что она может закрыться, и сам там делал деньги, а правда там типа, что эти признаки не кажутся ему сомнительными, и находил доводы, от кого-то непонятного мусульманина и говорит типа, что не запрещено, то и разрешено. Да, это основное правило, что не запрещено, то и разрешено. Но я не понял, что ты имеешь в виду. Финансовый признак есть, то есть так э, сомнительный вопрос. Из этого я воздерживаюсь ответа от этого вопроса. Если знаешь, что президент Харам, конечно, нельзя. Если, если ученый человек дал факт, что это можно, доверенный ученый человек, тогда не харам, Аллаху Алям. После женитьбы на второй, на второй муж начал сильно меня притеснять и обижать. Даже денег перестал давать на своих же детей. Имею ли я право просить развод? Если он тебя кормит, обувает и приходит ночевать, нет, не имеешь права за то, что он второй жену взял, просить развод. А если притесняет, зулму делает, это решает знающий человек, или же твои родственники, или же собрать твой, Надо делать именно, является ли это притеснением то, что ты говоришь или нет. Если действительно, конечно, если притесняет, тогда должны его остановить от притеснения. Если не останавливаются, имеешь право на развод. Аллаху алям. Я хочу сажать зерно. Некоторые люди вместе с зерном кидают урожай, может удобрение имеют в виду, чтобы побольше была зерна. Дозволен, не дозволен ли это или харам? Смотря, сколько их кидают, удобрение для чего кидают, если это вредят, если их вред больше и медицина предупреждает, что их нельзя вообще этот, использовать, тогда харам. А если дозволенным образом, и они кидают как удобрение, и они не вредят для людей, тогда можно смотреть, как не все удобрения вредные и не все дозволены в Что делать, если сзади тебя мечети после намаза стали рядами, совершать намаз опоздавшие. А если молишься, за тобой молиться молится, проблем нету. Делаешь намерение при себя сердцем, что ты имам, и будешь молиться свой намаз, продолжишь, ты закончишь свой намаз, потом они продолжают свою молитву после твоего салама. Аллаху Алан. Можно ли выйти замуж за христианина, если он свидетельствует, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его пророк, он не ходит в церковь, он ведет здоровый образ жизни. Если свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник, и после этого будет соблюдать религию и ислам, он не христиан, он уже мусульманин, ислам принял, можно за такого замуж выйти. Не хватает словами, это слово произносит, надо и соблюдать. После этих слов, если он соблюдает ислам, молиться начал, тогда он мусульманин. За мусульманином можно замужить выйти, Читать дуа хатм, который написан в конце Курана турецкого издательства, это беда. И вообще есть что-то, можно читать после завершения чтения Урана. Некоторые из подвижников, из них Анасов Малик, когда Уран заканчивал, собирал своих домочадцев, всех детей своих и сажал и делал дуа. Можно дуа делать после завершения чтения урана а именно вот это дуа читать и говорит, это дуа читать, это хорошо, это, конечно, является бедой. любой дуа, любая вещь, то, что ты хочешь, чтобы Аллах спонтанно тебе дал, можешь делать. Этому нету запрета в Аллаху Адам. Можно ли учить детей разным, разным языкам? Например, русский, английский за деньги можно, правильно нету? Можно ли намаз делать за человек из муфтета, если за ним не было замечено ширку, если он не призывает к ширку? И сам не делает ширк. И вы не видели, что он ширк делает, например. За то, что он из муфтията. Может быть, человек прикрывается муфтиятом и делает свой да'ват. За таким можно молиться. Разрешено ли давать закат от отложенных денег с пенсии, от потери, кормиться, получения орфе Если эти деньги дошло до уровня заката, это где-то 85 грамм чистого золота, и вот если пройдет, должен дать закат в Аллаху Алям. Отец на меня обиделся и не хочет со мной общаться. Я ему пишу, прошу прощения, но он все равно не хочет. Будет ли мне грех за это? Если ты извинился, еще дальше будешь стараться, чтобы, Аллах, чтобы твой отец тебя простил, но он от злости или же от своей вредности, он тебя не прощает, тогда не будет греха. Если ты ему навредил, что-то отобрал или украл, Тогда, конечно, будет грех Аллаху Алим. Можно, если я один читаю дома намаз, можно ли начинать намаз без азана, дуа и камата? Или это фарз? Нет, это сунна. Хоть ты один будешь в пустыне, разницы нет, где бы ты не был, один будешь сунна читать азан и сунна читать и Аллаху Алим. Если я покупаю сигарету мужу и не выбрасываю его бутылка алкоголя, чтобы не начались ссоры, не будет ли мне греха, уходить не могу из-за матери... материального положения. В 17 лет вышла за него, нет опыта работы. Если ты не можешь выбраться, если муж мусульманин молится, но иногда грешит, большие грехи делает, он остается мусульманином. Можно с таким мужем жить. Если ты выбросишь, если он тебя бьет, зуму делает, тогда можешь не выбрасывать. Но ни в коем случае не наливай ей не отдавай ей этот алкоголь. И не покупай ему сигареты. Конечно, грех сигареты очень мало сравнительно с алкоголем. Скажите, пожалуйста, я работаю до 16.00 в роддоме. Дорога домой 30 минут занимает. Зимой Магриб бывает 16.15. Могу ли я возвращаться такое время домой? Можешь возвращаться, если дорога безопасная. Можешь возвращаться в Аллаху Правильно? Что делать, если у тебя в голове постоянно мысли об одном парне? Ну, дай тогда отправь к нему сватать. Что делать? Братья мусульмане, сестры мусульманки, бойтесь Аллаха Субханаху Вата'аля и оставьте харамные общение. Если нету с вами такого зазорного, если человека любишь, отправить к нему или на мекрити ме, ме, муш, тоа он жинил на тебе, тоа запрети не тоа Аллаху алем. Странен вопрос. Девушка кафир, муж кафир, нека хане тоа нех. И мусульман хоче женит се на тој женски, нека ке бит. На кого хоче женит? На кафир ше мусульман, женит мусульман и женит се на кавре на джаз. Но мы не разрешаем, можно ли поднять его и пол тряпкой протереть мокрый и читать на, на том месте. Смотри, ковер, если большой, именно на каком-то месте это на джаз. Вот, например, это стол, вот здесь на джаз, вот здесь можно молиться. А так поднять тряпкой, протереть не хватает, надо воду налить, Воду протекает, хватит. Если машинально на, на автомате поминул Аллах вслух в туалета, будет ли грех? Если случайно исламе это случайно, не зная, сделавший вещи, вещах исламе греха нет. Можно ли брать деньги в кредит, чтобы избежать армии кафе, если другой возможность, если все возможности, которые ты имеешь, взять долг у родных, у других, или же убежать, с этой армией не получается. Если другого выхода мира нету, я сейчас в таком положении, тогда можно сказать, можно взять от кафера и отдать им эти деньги. Но не пойти служить. Обе харам. Кредит деньги брат харам и служить кафирам харам и куфр Здесь малые, более менее греховные выбираешь, избегая большого греха Аллаху Алям. Я узнал, мне 25 лет, я узнал, что у меня мамина фамилия, а отец от меня отвернул. От ми, а, у меня, а, от меня а мама в детстве поменяла фамилии. Что мне делать? Пойти поменять на отцовские фамилии или нет? Если получится, поменяй, потому что твои дети тоже потом станут твоим фамилием они тоже будут у маминой фамилии Таскат. Нет, лучше поменять эти фамилии, и нужно поменять, чтобы не были твои дети тоже фамилиями твоей матери, в Аллаху Алям. Я живу в одной квартире с собакой, то есть у моих соседей по комнате. У них есть собака, но я читаю свой намаз в своем комнате, собака не заходит в мою комнату. Как с этим быть? Я правильно делаю? Ну, если в твоем комнате собака не заходит, твое место чистое, там намаз получится, в Аллаху Алям. У меня такой вопрос. Мы занимаемся продажей строительных материалов. И сейчас идет типа восстановления так называемых ДНР, ЛНР. Можно ли им туда поставлять, продавать стройматериал? Можно? Проблем нет. Мой муж смотрит аниме. И хоть он и взрослый, почти 30 лет, он тратит свое время на это, на это вместо того, чтобы поменять Аллаха. В этом аниме есть музыка, есть чуть ли не голые женщины. Разве так можно? Конечно, нельзя. Я даже не знаю, что там происходит. Но где музыка есть, где открытые женщины есть, смотреть является харамом. Аллаху алям. Я живу со своим ребенком одна. Может ли женщина жить одна, если из сунны что-нибудь о нежелательности? А, 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 а нежелательности а что-нибудь о нежелательности? В этом. Может заключение? Нет такого. Можно жить. Валлаху алям. Один человек заплатил деньги за работу. Его работу выполнили на 50%, на 50%, и он умер. У него нет близких родственников. Как быть? Я вопрос не понял. Работодатель умер или рабочий человек умер? Если работодатель умер и нет у близких, у него никого, который вы знаете, то, что взяли, отдайте за него садака, иншаллах. Перед никахом я поставил условие, что хиджаб обязательный условий, дал время подумать и было согласие на хиджаб через 4 месяца. Слышу, что хиджаб не оденет в ближайшие пару лет, а может вообще не оденет. Ну тогда зачем -то на такой жениться? Если женился, разводить тоже. Если в бокале есть изображение кабана, то можно с этого бокала пить воду. Воду пить можно, но это кабан надо уничтожить, имеется в виду, этот рисунок надо убрать. Можно ли делать расчески, заколки из костей животных, которые халал можно? Почему, почему, некоторые, почему многие говорят об обязательности жениться в исламе? Разве это фар для всех мусульман, без исключений? Если муслим здоров и осознан, и зина не делает, можно ли жениться во все? Во Здесь разногласия ученые. Большинство ученых говорят, что я, просто дозволенность и желитвы. Или дозволено, или становится обязательным, или является нежелательным. Раз, у нас про эту тему есть на канале, але ты сам можешь зайти и послушать, брат. Есть некоторые ученые, которые сказали обязательно. Это кажется, мнение не ибн Хазма, если я не ошибаюсь. Рахмула. Можно ли поверх варикозных чулков брат Амавени, то есть протирать? влажной рукой, потому что они очень тугие, трудно надевать. Если ты их надел, после как полное омывание, после полноценного сделал, один сутку можно на них протирать. Если ты дома. Если в сафаре, три сутки можно протирать. Аллаху алям. Если нет детей, если работы и проблемы, можно ли намереваться, если Аллах Даст ребенок, я в Африке построю колодец на честь детей. Такое делать можно, но нежелательно. Этот назар, как сказал пророк, وسلم, это обещание, назар ничего не приближает, кроме как от жадного человека, скупого человека, его имущество вытаскивает. Из этого лучше, чем этот, проси Аллаха, чтобы он дал тебе детей, если это место для тебя благо. والله أعلم. براتي مسلمان إن شاء الله نات من زكانتي ونسوي إفير. يستغفر الله سبحانه وتعالى دستنا سيلو. بإمكاننا أن نجتمع في نفس الوقت في غضون أسبوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيراً لدرجة الاستماع.